Негосударственное образовательное учреждение «Гимназия София» на территории Клинского района имеет очень хорошую репутацию. Эти ребята, учащиеся этой гимназии, из года в год показывают хорошие результаты на районных, региональных и всероссийских олимпиадах. Они активные участники всех городских мероприятий, неоднократные победители форумов «Одаренные дети». И очень приятно, что это учреждение действительно несет в себе еще и такой духовно-нравственный отпечаток, который дает возможность формировать, ну, поистине такую высокоорганизованную личность. Поэтому с точки зрения образовательных программ, с точки зрения деятельность этого учреждения и структуры образовательной, и администрация поддерживает в прошении, которое поступило от благочинного отца Евгения в адрес администрации о передаче, занимаемое ими уже на протяжении многих лет на основании договора безвозмездного пользования, в право собственности. Совет депутатов сегодня этот вопрос рассмотрел, в принципе, одобрил, но дал время на сбор тех документов, которые дадут основания именно в законном порядке осуществить эту передачу, поскольку действительно это образовательное учреждение, никаких вопросов не возникает на предмет его целевого использования. Таким образом, я думаю, что это правильное решение, которое действительно даст возможности в дальнейшем гимназии развиваться и, скорее всего, еще больше и больше вкладывать и в здание, и в прилегаемую территорию, и, соответственно, все это будет только способствовать более эффективному и росту успеваемости наших ребят, ну и в целом, я думаю, что это учреждение, которое украшает наш город.